Всем привет! Зовут меня Владимир. Есть у нас вот такой вот прицеп. Дело в том, что хочу приспособить на мотоблок его. Перевернул я прицеп. Короче, ничего толкового здесь не будет. Досками стелю, пока на время хватит. Надо будет прицеп заново делать новый. Ну вот как-то так. Выглядит все это. Подножку присобачил. Как-то так. Почему? Кверху этим. А чтобы лучше сцепление с подошвой было, чтобы нога не соскальзывала. Короче, все прекрасно, замечательно, ничего не трещит, ничего не гнется. Короче, я доволен. Прицеп на рессорах мягко идет, ну немножко высоковато, конечно. Ну, со временем что-нибудь другое продумаем. Есть мысли. Так, ну, друзья, на этом я это видео заканчиваю. В последующем видео будем перевозить картофель, вы увидите этот, как я все это дело замощу, усилю. Будем, короче, наблюдать за процессом, как этот прицеп выдержит. О, здесь не хватает поворотов, подключить надо, генератор поставить. Здесь лево-право. Короче, ну вот. Как-то так. Ну и насчет подножки, не знаю, я вот проехал. Я так думаю, что для меня и достаточно. Ничего я, наверное, мудрить больше не буду. Ногам удобно. Это все нормально, надежно приварено. Так что ничего я мудрить не буду. Какой-нибудь прицеп покультурнее свару, тогда уже можно и что-то культурное придумывать. Все, ребята, всем спасибо за внимание, спасибо, кто досмотрел это видео до конца, всем хорошего здоровья и до новых встреч!